Девочки, всем приветики, конфетики, это Женя, как всегда на позитиве, с хорошим настроением, и этот позитив я хочу передать вам тоже. Сегодня у нас прекрасный день, и я даже встала и попшикалась своими любимыми духами, потому что даже дома иногда хочется почувствовать себя человеком. Напишите, если вы тоже иногда дома краситесь, либо пшикаетесь духами, либо красиво одеваетесь, не знаю, все что угодно. Сегодня, кстати, я накрасилась косметикой H&M. Впервые. Мне очень даже понравилось, свежо и красиво. Если вы хотите посмотреть, как я делаю такой люк, то обязательно мне пишите. Потому что в последний раз просмотров было очень мало на мое видео про косметику. Поэтому, если вам такое видео не надо, то записывать не буду. Так что пишите обязательно. Итак, сегодня у нас будет продолжение моей истории, как же я приехала в Израиль. И сегодня я вам немножко побольше расскажу о школе. Каждый раз, я думаю, я это буду разделять на какие-то темы, иначе можно говорить просто обо всем обширно, это будет очень тяжело. Но хочу продолжить с того момента, как мы, значит, первые дни мы приехали в Израиль, нашли новую квартиру, и там мы познакомились уже с хозяином этой квартиры, которого звали Ави, и этот Ави был религиозным мужчиной из религиозной семьи, то есть он ел все кошерно, он ходил в синагогу, соблюдал там всякие различные порядки, еврейские традиции и так далее. И у нас прямо в зале был такой огромный шкаф, и там была куча книг, различных библий, торы, ну вы поняли, всего такого. И этот Ави пытался нас учить, таких вот нас русских женщин и мужчин, как же правильно соблюдать порядок. И он иногда приходил и оставался у нас на часа 2-3. Мне это все было очень интересно. Я человек, который любит знать обо всем, любит расширять свои знания. И я как бы очень люблю читать Библию и Тору и понимать вообще, что там происходит, даже если я не верю, что все это случилось на самом деле, но хотя бы из всех этих историй можно хоть что-то взять умненькое для себя, чему-то поучиться, да? Почему бы и нет, это как история. А моя мама ужасно на это злилась, она говорила, еще раз ты с этим Ави засядешь, я вообще выгоню тебя и его. Она ужасно злилась, ее это бесило, потому что она думала, что он мне промывает мозги, типа, чтобы тоже я окунулась в религию и так далее. Я, кстати, ходила еще на всякие там уроки, которые преподавал он или другие раввины и так далее. Но это было чисто просто потому, что мне это было интересно. Но никак не для того, чтобы я стала религиозной или что-то в этом роде. Еще я не забуду, когда мы переехали на эту квартиру, мы слышали с кухни какой-то шум, такой скряб, такой... И когда мы увидели, что там происходит, то есть у нас под раковиной было прям гнездо тараканов. А в Израиле тараканы, они вот такие вот, если я найду фотку, я вам вставлю. Они, во-первых, огромные, во-вторых, они делают такой шум, так быстро размножаются, и еще они летают, представляете? То есть вот такая вот штука летит на тебя. Это было ужасно, я помню, как мы этих тараканов травили. Потом у нас в этой квартире заводилась крыса, я помню, как она у нас яблоки воровала. Короче, с этой квартирой у нас связаны не очень хорошие воспоминания, если честно. И сколько мы там прожили, я не помню. Года 2 или 3 мы прожили в этой квартире. Что еще хотела я вам рассказать? Кроме того, что я была в депрессии первые 2 года, когда мы приехали в Израиль, или, может быть, год там с лишним. От чего я не была в депрессии, так это от фруктов, овощей. У нас, я никогда не видела такое огромное количество, такой огромный выбор фруктов и овощей. То есть идешь на рынок, покупаешь вот такую огромную коробку. Это стоило тогда копейки. И я просто как не в себя ела эти фрукты. Во-первых, я обижала. Я обожала апельсины. И я их ела такими количествами, девочки, что у меня была аллергия. Представляете? То есть как у нас это было в Омске. Мама ходила на рынок, или я, мы покупали там 2 яблочка, 2 бананчика, 2 апельсинки. Не было такого, что набирали огромными количествами. Напишите мне, кстати, как у вас с этим, как дела обстоят в России сейчас. Покупаете ли вы что хотите, когда хотите, и в любой ли сезон есть овощи и фрукты, какие вы хотите. Киви я попробовала первый раз в Израиле, мангу я попробовала первый раз в Израиле, зеленые яблоки я попробовала первый раз в Израиле. То есть в России, я помню, мы ели желтые яблоки, я очень любила, и красные яблоки. Поэтому вот это все мне очень нравилось, что много фруктов, много овощей, много различной еды израильской, там всякие фалафель, наверное, вы знаете, это такие... Они делают такие кругляшки из нута, обжаривают, и потом в питу наполняют там хумус, вот эти вот фалафели, салатики.
Хумус я обожала, другую еду израильскую, она была невероятно дешевая, поэтому мы все это жрали и толстели. Я, наверное, набрала 5 кг сразу по приезду в Израиль. Поэтому в этом плане, конечно, было хорошо, потому что еда была достаточно недорогая. Но опять-таки, это было тогда. Сейчас уже все не так. Что еще хотела вам рассказать? Короче, в этом плане все было нормально. И что меня больше всего пугало, что после того, как я закончу Ульпан, я должна была идти в старшие классы. И я так боялась, что я не смогу контактировать с людьми, что мне будет очень тяжело в плане иврита. Из-за этого я сидела и долбила сама этот иврит дома. И я пыталась его учить по максимуму, потому что мне было очень-очень странно, очень страшно идти в школу. А еще в Израиле это работает по такой системе, что нету такого, что ты учишься в одной школе с теми же самыми одноклассниками, то есть с первого класса и до последнего. У нас есть младшая школа, средняя и старшая. Это все разные здания и совершенно разные люди. То есть это не факт, что те ученики, с которыми ты учился там в третьем классе, будут с тобой и в 9-м, и в 10-м классах. То есть, скорее всего, нет. Вот такая в Израиле система. И поэтому для того, чтобы все между собой познакомились, они делают перед началом учебного года как такой типа поход, собирают всех учеников и отвозят нас куда-то в Израиль, там либо на север, либо на юг. Мы там проводим 2 дня, есть различные программы ознакомительные и так далее. Короче, я этого еще больше боялась, думаю, боже мой, я сразу поеду куда-то в путешествие с людьми, буду ночевать в комнате, наверное, с другими девочками, как я буду с ними общаться, что будет. То есть вот этот комплекс во мне очень сильно развивался, из-за этого я всегда говорила, я в Израиле буду как своя, я буду говорить отлично на иврите, и у меня будут друзья и русские, и израильтяне, мне это было очень-очень важно. Итак, настал этот день, великий день того, что я должна была ехать в путешествие с друзьями, которые еще не были моими друзьями из школы. И мы там провели 3 дня, конечно, я была в постоянном напряжении, но хотя бы мне помогло то, что я увидела, что все были такие дружелюбные, очень приятные, пытались со мной общаться. Конечно, мне было тяжело, потому что я большинство вещей не понимала. Но, тем не менее, никто надо мной не смеялся, и у меня как бы было такое облегчение, что хотя бы мой класс очень дружный, очень приятный. И там были все израильтяне, кроме одной девочки, которая тоже со мной учила иврит в Ульпане, Света, и еще одна девочка, которая тоже была в нашем классе, ее звали Маша, и она уже очень давно приехала, поэтому она была как своя, она говорила на иврите лучше, чем на русском языке. И когда мы начали учиться, то детям, которые только приехали, помогали в учебе. То есть у нас были отдельные классы по истории, по Торе, по литературе. Также мы учили русскую литературу, кто хотел. Я хотела, потому что я это очень любила. И был класс еще чего-то, я уже вот честно не помню. Но эти были классы, которые нам помогали. Это был иврит, который был более простой, учителя, которые хорошо эту информацию доносили. Поэтому в этом плане нам очень помогали. А с другой стороны, мне это менее нравилось из-за того, что в то время, когда нам преподают вот эти отдельные уроки, то есть я отсутствую из класса, и как будто бы я вроде как и учусь со всеми ребятами, но с другой стороны и не учусь. То есть как будто бы у меня не было достаточно шансов, чтобы с ними нормально познакомиться. И я продолжала комплексовать, потому что многие темы я не понимала, и мне было очень тяжело, но я реально как бы изо всех сил старалась. Еще в Израиле есть такая система, что, например, в 9 классе все учат все предметы, да, и английский, и биологию, и физику, но это на таком низком уровне для того, чтобы ты понял, что тебе нравится, и уже дальше в 10-м, 11-м классе ты мог выбрать 2 предмета, которые ты хочешь изучать углубленно. То есть, например, если мы все учили все эти предметы в 9 классе, то в 10-м, в 11-м классе ты уже выбираешь 2 предмета. Например, биологию и химию, или литературу, и еще что-то. То есть не все изучают и биологию, не все изучают химию, не все изучают физику, только в 9 классе. Я считаю, что эта система очень правильная, потому что нет смысла долбать учеников теми предметами, которые им не интересны. То есть лучше выбрать 2 и углубиться в эти предметы, чтобы это тебе помогло в будущем. Если я хочу идти учить литературу, чтобы я лучше изучала литературу, если мне интересна биология, то биологию, зачем мне надо учить и физику, и химию, и математику, там, я не знаю, супер-друпер. Может быть, кто-то со мной и не согласится, но я считаю, что лучше
потом в будущем ты выберешь то, что тебе нравится, чем учить все, и если тебе это не идет, то, в принципе, зачем тебе это надо? Я, как бы, я не буду и так выбирать эту профессию, я не буду и так выбирать что-то, что связано с математикой, потому что я математику никогда не любила, честно, я признаюсь. И что самое смешное, что перед тем, как ты приходишь в старшие классы, тебе делают экзамен по математике и смотрят твой уровень. То есть это единственное, что есть в израильских школах. Математика, у тебя есть три уровня. Третий самый высокий, средний и как бы низкий уровень. Из-за того, что я прошла хорошо этот экзамен, то меня сразу захерачили, извините за слово, на самый высокий уровень. А я, когда увидела, что там происходит, мне было реально страшно. То есть я нифига, девочки, не понимала. Я и математика, мы не друзья, никогда не были друзьями. Всегда у меня были учителя, которые мне помогали отдельно по математике, но это не мое и все. Дайте мне литературу, русский язык, дайте мне помечтать, дайте мне что-то написать, дайте мне что-то сотворить, пожалуйста. Но никак не математика. А там у нас еще была русская учительница Анна, которая говорила мне: «Женя, ты же из России, почему ты так плохо знаешь математику?» То есть там у нас в Израиле считается, что если ты из России, то ты обязательно знаешь хорошо математику, ты такой умненький, весь образованный. Ну, это очень приятно. Но потом я спустилась уже по уровням, потому что мне было реально тяжело. Потом английский язык у нас изучается очень хорошо, то есть каждый второй израильтян, я считаю, что знает, как говорить на английском, даже если это будет ломанный английский, но он как минимум что-то поймет и что-то может сказать. А в России у нас такая система, что тебя учат зубрить, что-то запоминать, учат какие-то времена, я не знаю что, но в итоге ты выходишь из школы и ты нифига не умеешь говорить. А я еще была в школе с углубленным изучением английского языка. Вы думаете, я что-то могла сказать после этого углубленного изучения? Да нифига не могла сказать. Поэтому в Израиле это намного лучше. И телевидение у нас, если мы смотрим американские какие-то фильмы, то обязательно мы слышим говор самого актера, а не перевод какой-то непонятный. И внизу у нас субтитры на иврите, то есть если ты что-то не понял, ты можешь прочитать. Ты слышишь этот говор, у тебя это входит в мозги, и ты, соответственно, можешь лучше говорить на английском. Я считаю, что эта система самая правильная, а то, что в России переводят все фильмы сразу же на русский, ты не слышишь английский, ты хуже на нем говоришь, ничего не поделать с этим. Короче, я выбрала в старших классах учить литературу и русский язык. Нам такая возможность давалась, потому что я только приехала, я еще знала в идеале русский, поэтому мне было проще выбрать русский язык и литературу. И потом в Торе тоже, в нашей израильской Библии, я так хорошо понимала, что я уже потом даже помогала ребятам из моего класса, представляете? То есть так мне это нравилось, что я в этом как-то хорошо и шарила. А по литературе моя классная учительница тоже говорила, что как такое может быть, что я только приехала, я не знаю, так мало в Израиле, уже так хорошо пишу сочинения. Ну, это просто вот у меня в крови, понимаете? Поэтому не надо долбать человека, чтобы человек учил то, что ему не нравится. Потому что ты будешь усовершенствован только в том, что тебе реально нравится. И ты преуспеешь именно в этом. Вот так вот началась моя школьная карьера в Израиле. Все эти три года все равно для меня прошли тяжеловато. Именно морально. Взяло время, пока у меня появились друзья израильтяне. Поначалу я общалась только с русскими, которые учились со мной вот в эти вспомогательные уроки, да, которые мы учились. Соответственно, потому что это было проще, намного проще. Но потом я познакомилась с мальчишками с моего двора, потому что я там играла в футбол, представляете? То есть какая я была пацанкой. Я играла с ними в футбол, и там уже были и русские мальчишки, которые давно-давно в Израиле, поэтому мы общались как бы и на русском, и микс на иврите, и это мне тоже очень сильно помогло. Но самое главное, что мне помогло именно вот в этот первый год в Израиле, что я была очень самостоятельной. Моя мама была занята работой, моя мама была занята для того, чтобы прокормить меня, и поэтому у нее не было времени на вот эти все собрания родительские в школах, а для меня это был огромный кайф, потому что в России любое собрание заканчивалось у меня какой-то истерикой, потому что на меня давили родители очень сильно, я очень боялась этих всех собраний, меня пилили за то, что я плохо училась, хотя в принципе я, ну, четверки, пятерки, у меня были тройки иногда, которые я исправляла, я думаю, что это нормально, и тут я увидела свободу, свободный мир,
никто не ходит на мои собрания. То есть, боже мой, какой кайф быть личностью, что на тебя никто не давит. Поэтому я быстрее повзрослела, я побыстрее стала самостоятельной, потому что я сразу начала работать, я поняла, что у меня нет выбора, что если я не смогу за себя постоять, никто за меня постоять не сможет. И что еще? Но я этим не злоупотребляла. То есть я все равно ходила в школу, я старалась по максимуму, потому что мне было очень важно хорошо учиться. И в Израиле в конце высших классов ты сдаешь экзамены, по которым потом тебя могут принять в университет по этим оценкам. Поэтому для меня это было просто критически важно. Девочки, еще хотела вам рассказать, что помимо литературы, которую я очень любила, русского языка, сочинения тоже я писала на иврите замечательно. Я вообще даже не знаю как, вот сочинения у меня шли просто вот так вот на ура. Как будто бы я на интуитивном уровне знала, как вот писать и что делать, потому что я просто вот это любила. Я еще хорошо занималась спортом. И это тоже у нас в Израиле понятно, что обычно если кто-то русский, то он либо танцевала в детстве, либо рисовала, либо играет на каком-то инструменте, либо в спорте. То есть мы тоже усовершенствовались, и у нас был даже класс спортивный, там было очень много русских. И я очень хорошо бегала, я была такая спортивная вся, то есть в этом я могла себя доказать, потому что для спорта мне не нужно говорить на иврите. И у меня был учитель тайманец такой смешной, худой, Ша его звали, вот он меня очень любил. Потом у меня был и русский учитель спорта, тоже все время мне говорил: «Женя, давай, давай». Я помню, что я бегала на расстояние. Девчонки, которые были со мной в классе, все время говорили, типа: «Все, в этот раз мы тебя выиграем». И никогда никто не смог меня выиграть. То есть я бегала всегда лучше всех. И то, что мне говорили: «Все, в этот раз мы тебя догоним, мы сделаем так, мы сделаем сяк», меня еще это больше подстегало. И я все равно была самой лучшей в классе по спорту. Я так этим гордилась, потому что, знаете, то есть, да, на иврите я говорю плохо, но зато в спорте вот такая я вся самая лучшая. И потом я еще начала заниматься модельным, но об этом я вам попозже расскажу. И тогда уже в газете именно нашего города напечатали мою фотку. И я помню, как я встретила своего учителя по спорту, и он мне показывает: «Женя, посмотри, типа, ты в газете, твое фото». Я такая уже вся, знаете, начала радоваться, все понимают, я занимаюсь модельным, уже мальчики начали на меня внимание обращать. И вот тогда уже потихонечку на второй год жизни в Израиле мне уже стало намного приятнее, я уже чувствовала, что я своя. И я помню, что после 2 лет мы с мамой уже поехали в Омск для того, чтобы встретиться. Ну, я хотела встретиться со своими друзьями, с которыми мы были на связи. Я хотела встретиться с моей бабушкой, с моим папой, потому что папа остался в Омске после того, как родители развелись. И 2 года я никого не видела. И вот когда уже я приехала спустя 2 года в Омск, я поняла, что я начинала влюбляться в Израиль, что я уже начала себя чувствовать своей в Израиле, что мне уже стал нравиться этот менталитет, потому что там как бы тебе больше дают самовыразиться. В России у меня такого не было. Я помню, что нас постоянно учителя угнетали. Ну и все, я уже ждала вернуться домой, представляете, то есть 2 года, все, я уже чувствовала себя в Израиле как дома, я очень полюбила эту страну, я очень была благодарна, что она мне дала много возможностей в жизни, которые я потом уже только поняла, да, спустя несколько лет. И что самое смешное, что когда мы с мамой поехали в Омск, я уже боялась, что я забуду иврит. Думаю, блин, наконец-то я этот язык выучила, поеду в Омск, и я потом забуду иврит, боже мой. Ну это смешно, девочки, это, конечно, язык нельзя забыть так быстро. Девочки, еще бы я хотела добавить, что в Израиле у нас в школах делают достаточно много различных мероприятий. Например, если нам хотят показать какой-то музей, который находится на севере Израиля, то нас берут, всех учеников, прямо всю школу, везут туда 2 дня, например, на тему Холокоста или еще чего-то. И за это все мы не платили. Но единственное, что в 10 классе хотели нас взять в Польшу, для того, чтобы показать, что евреи прошли в те времена 40-х годов, как это было, гетто и так далее. Меня это все очень интересует, мне это было интересно, но из-за того, что это стоило еще тогда $1500 на человека, я не могла себе это позволить. У нас не было денег, я даже у мамы не просила, поэтому я не поехала.
Но многие ученики поехали. И я считаю, что это очень важно. Вообще нам прививают как бы любить страну, быть патриотом. Не знаю, как в России, делают ли что-то наподобие сейчас или нет, но в Израиле это так. И, ну, некоторые мероприятия я не хотела, если честно, вот так вот на 3 дня куда-то уезжать, но у нас это было обязательно, то есть мы должны были ехать, и если мы не хотели, если, например, мы болели, то обязательно нужна была справка от врача, а если кто-то из учеников просто не приехал так вот по своему собственному желанию, то ему могли дать какую-то работу для того, чтобы он выполнял, поэтому хочешь не хочешь, надо было ехать. И, конечно, эти поездки тоже как бы я познакомилась с большими, не с большими, а с другими учениками, также из других классов, и вот так вот потихонечку я начала уже дружить с большими людьми, с большим количеством учеников, скажем так, с большими людьми, я как скажу иногда что-то. И потихонечку мне нравилось все больше и больше. Ну вот и все, девочки, мое видео подошло к концу. Надеюсь, что вам такой формат понравился. Обязательно ставьте пальчики вверх, чтобы я знала, что вы хотите, чтобы я продолжала это снимать для вас. И если у вас есть еще какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Я вас люблю, целую, как всегда, и желаю вам прекрасного настроения. Пока-пока!